опять усыниться. Зачем? Ты что? Я твоя мама. У тебя будет потом жена. Я Лизу не хочу. Почему? Она не нравится мне. Так я-то твоя мама, я не могу быть твоей женой. С женой у тебя будут потом детки, а я мамой твоей останусь. Саш, ты чего? Какую другую жену ты не хочешь? Я-то тебе не жена, я твоя мама. Я жена у папы. Я папина жена. Это разные вещи, мама, ты чё? Ну я не хочу жену тебе находить. Почему? Она мне не нравится. Миш, ты-то чё плачешь? Ты тоже не хочешь жену? Саш. Ты найдешь ту, которую будешь любить. Я ее не найду. Нигде. Не найду. Я ее не хочу вообще нигде находить. Почему? Она, я ее не люблю. Я только тебя. А ты же не знаешь, может, найдешь, кого будешь любить. Я только тебя люблю. Сынулечка, я просто твоя мама. А когда вырастешь, у тебя жена будет. Нет, все равно я не буду другую находить. А вся эта история у нас началась с того, что Саша ударился, и папа сказал, до свадьбы доживет. Да, Саша?